В понедельник в областном центре начался пуск отопления в жилые дома. Чудо ждать не стоит, в одно мгновение батареи у всех не раскалятся. Придется запастись терпением еще как минимум на несколько дней. На прошлой неделе тепло дали в здания соцсферы, в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Подключено было 90%. Исключением стали объекты, которые находятся в домах и зависят от сроков подачи отопления в жилой фонд. На этой неделе согреются все. Информацию можно отслеживать на сайте городской администрации. Перед выходными было принято решение о том, что нецелесообразно запускать отопление, так как есть опасения, что ряд управляющих компаний будет не очень активно действовать, и не все жители могут быть дома в том случае, если будет какие-то проблемы с внутренними коммуникациями.